На полигоне «Лесная» под руководством Юлии Купецкой состоялось совещание оперативного штаба по ликвидации негативного воздействия от свалки. Основной вопрос – сроки подключения и пусконаладки третьего факела системы дегазации. На очередном заседании оперативного штаба в первую очередь обсуждают подключение третьего факела к газовой магистрали. К установке провели последние инженерные коммуникации. Врезка будет проведена в ту же линию, которая сейчас питает малый факел. Его для этого потребуется отключить на 3-4 часа, что неминуемо вызовет выброс свалочного газа. Однако в перспективе позволит улучшить ситуацию. Мы стараемся сделать всю работу одним-двумя отключениями. То есть первое отключение у нас будет, это когда мы сделаем врезку, потом проведем пусконаладочные работы, потом мы отдельно отключим маленький факел, когда уже два больших 5000 будут сжигать, и мы там установим расходомер. И в апреле мы заменим уже маленький факел на более, скажем так, современный новый маленький факел. Таким образом, вся система будет сжигать 6500 кубических метров свалочного газа. Час. Факел должен быть подключен до 22 февраля. До недели может уйти на пусконаладочные работы и вывод обновленной системы на полную мощность. Как утверждают эксперты, эффект от подключения дополнительной установки будет не моментальным, но проявится довольно быстро. Участники совещания осмотрели точки полигона, на которых ранее были замечены утечки. Сейчас основным источником выбросов остаются откосы. По итогам инспекции были даны поручения дополнительно укрепить восточный склон, от которого продолжает исходить запах.